Хочешь задний фон, как будто в хромакее. Привет. Привет. Как дела? Слушай, у меня все хорошо. Вот сижу и думаю, вот что нужно, как нужно вот женщину пиздить, чтобы ты ей настолько интересным перестал быть, и вот сидеть вдвоем в машине и общаться в чат-рулетке, вместо того, чтобы общаться с друг с другом. Ногами! Ногами бей! Хорош. Ну видно, что ты ее нога. Ты, главное, поменьше бей ее, а то по ней скоро видно будет. Она синяки прячет, конечно. А? Сука, я ненавижу Хесуса особенно. А, ты ее по ногам бьешь? Да, подсечки хуяришь? Не, биты нахуя. А что вас побудило зайти в чат-рулетку, если вы вдвоем время проводите? Вот насколько скучно вам друг с другом? Это родственник. Мы родственники на самом деле. А, брат-сестра? Нет, дядя и племянница. А, ты его племянница? А какая... Чего у вас... Вы выглядите просто как будто бы, ну, максимум там, ну, брат, сестра. Ну, какая у вас разница в возрасте? Ну, у нас так, ну, разница в возрасте 10 лет у нас. 10 лет? А вы откуда? Город Палласовка. Волгоградская область.